Привет всем! Сегодня будем готовить жареную рыбу в вкусном кляре. Для этого нам нужна рыба. Любую рыбу берите. У меня вот просто кусочек лосося был. 400 грамм у меня рыбы. Вот яйцо, сметана, мука здесь у меня. Это для кляра уже. Черный перец, разрыхлитель, соль. Сейчас буду измельчать в блендере лук и чеснок. Рыбу я разделила вот на такие кусочки. Вот так вот. Делаем кляр, отправляем чашку, муку, яйцо, сметану, соль, разрыхлитель и черный перец. Вот. Туда же добавляем чеснок с луком. Перемешали, кляр готов. Теперь отправляем рыбу в кляр. Кляр, видите, какой получился? Вот такой вот. Рыбу в кляр отправляем и тщательно размешиваем, чтобы каждый кусочек у нас был в кляре со всех сторон. Перемешали, теперь накрываем крышкой и в холодильник на 30 минут, затем будем жарить. Рыбка постояла полчаса в холодильнике, я ее вытащила. Сейчас жарить будем. Масло я немного налила, жарить будем на среднем огне. Я из 9 взяла 6. Ну, я пожарила вот красненькая рыба. Рыба пожарилась уже. В таком кляре любая рыба получается вкусной, нежной, с хрустящей корочкой. Рекомендую приготовить. Думаю, вам понравится этот рецепт. Всего вам хорошего. Не болейте, будьте счастливы. Долгих лет жизни вам и вашим близким. Сейчас покажу вам рыбку в разрезе. Вот такая она получилась замечательная.